Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Ерёмина. И сейчас наша практика по йоге будет посвящена выравниванию энергии, балансу Луны и Солнца и наполнению жизненной энергией праны. Итак, неважно, утро сейчас или вечер, эта практика подойдет для любого времени суток. Ложимся на коврик. Переплели пальчики на руках, вытянулись хорошо, потянули носочки на себя, от себя. Хорошо, сместили обе ноги влево, взяли себя за правое запястье и потянули вверх. Молодцы. Возвращаемся обратно. Снова переплели пальцы на руках. Еще раз потянули нейтральное положение. Носочки на себя, от себя. Вытянули ладошечки наружу. И чуть-чуть смещаем обе ноги. Перешагиваем вправо. Берем себя за левое запястье. И протянули левый бок. Отлично. И снова натянули руки за голову, носочки на себя, от себя. Правая рука пошла вперед, правая нога. Сильные запястья, сильные стопы. И вращаем. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. В другую сторону. Также 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выводим над полом. Вытягиваем и уплотняем всю правую сторону. Представьте, что вас растягивают в разные стороны. Сильно, сильно, сильно. Дышим в правую часть тела. Хорошо. Прижали колено к груди. Направляем колено на сосок. И уводим колено влево. Взгляд вправо. Вытянули прямую ногу. Правая рука вверх в воздухе. Хорошо. Левую руку положите на солнечное сплетение. Рука и нога в этот момент находятся в воздухе. Взгляд вправо. Вытянулись. Еще. Молодцы, возвращаемся. Нейтральное положение. Перевели пальцы на руках, носочки на себя, от себя. Хорошо. Поднимаем левую ногу в потолок. Сильная, очень сильная ладонь из подошвы, стопа. И начинаем вращать. 8 с усилием. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В другую сторону. 8, 7, 6, 5. С усилием все делаем, не порожняком. 4, 3, 2, 1. Выводим руку и ногу над полом. Вытягиваем себя в разных направлениях. Сильно, сильно, сильно растянули. Представьте, что я подошла сейчас и тяну вас в одну сторону за руку, а в другую за ногу. И уплотняем все внимание в левую сторону. Хорошо. Прижали колено к груди. Почувствовали, как левая часть поясницы прижалась к коврику. Молодцы. Уводим левую ногу вправо. Правая рука вверх в сторону. И рука и нога на весу. Правая ладонь на солнечном сплетении. Еще.
Еще, молодцы, еще прорабатываем. Отлично. Возвращаемся обратно. Снова нейтральное положение. Носочки на себя, от себя. Ну, вот такое вот легкое пробуждение или снятие напряжения после трудового дня. Ноги через стороны, собрали к животу. Притягиваем колени к себе и одновременно руками притягиваем колени и одновременно коленями выталкиваем вверх. Поясница втапливается в коврик, разгружаются мышцы спины. Молодцы. Отпустили. Поднимаемся через левый бок. Встаем на начало коврика. Настраиваемся на практику. Большие пальцы на месте. Четыре пальца от большого веером в сторону, словно носочек прикрепили. Почувствуйте боли, икроножные мышцы, колени, бедра, ягодицы, промежность, низ живота, лобковая кость направлена на грудину, хвостик, копчик опущен в пол. Почувствуйте мышцы спины, лопатки, широчайшие мышцы спины, трапеция. Нижние края лопаток сведены к центру позвоночника. Ладонь давит на ладонь, и макушкой выталкиваем потолок вверх. Тадасана. Каждый раз, возвращаясь в эту асану, простраивайте свое тело. И начинаем. Вытягиваемся вверх, вдох. Поклон, выдох. Пятки вместе, носочки вроде, это для устойчивости. Открываем ладошки. Вытягиваемся, такой прогиб, легкий прогиб. Глаза не закрывайте, смотрите вверх в потолок. Шею назад не забрасывайте, не закусывайте. Уходим по бедрам вниз. Выдох. Правая нога впереди. Шаг. Входим в собаку маленьким выдох. С коленочек проходим вниз на попу. Вдох, вытянули собаку. Вдавив бедра, колени в воздухе. Подкинули таз, вошли в собаку мордой вниз. Еще два круга. Глоб. Такое ощущение, что кошка под забор пролазит. Такая ассоциация. И еще разочек. Вытянули вдох. Оставили левое колено на коврике. Правую ножку отдали вдаль. Вытянули правый бок. Почувствуйте, как расправляется межреберное пространство. Вытягиваются косые мышцы живота. Возвращаемся обратно. Собаку можно вниз. Стопы вместе. Правая нога шаг. Выдох, подшагиваем, расслабились по бедрам. Если с прямыми ногами не получается, слегка самортизируйте колени так, чтобы живот лег на бедра. И поднимаемся вверх, выталкиваем себя коленями, чтобы не перегружать поясницу. Вытянулись вдох. И с выдохом входим в асты. Одна рука на живот, другая на груди. Мы дышим солнечное дыхание. Начинаем вдох от живота. Надуваем живот, ребра, ключица. Выдох, живот, ребра, ключица. Дышим. Здесь не нужно какой-то специальной техники пранаямы, например, уджая. Обычное дыхание. Просто мы дышим под живота, диафрагмой. Это трехфазное йоговское дыхание. Расслабьте мышцы лица. Если вам хочется закрыть глаза, вы можете закрыть глаза. Живот. Живот, ребра, грудина. Выдох, живот, ребра, грудина. Слегка подберите нижний корневой замок.
Вакантно. Она всегда была пранаяма в легком тонусе. Делаем вдох и кумхака на вдохе. Задержка дыхания. Подобрали мула банку, джаватхара банку, чуть-чуть подбородочек вниз, как бы вставили подбородок назад. Молодцы. Выдох также снизу. Сдуваем живот. Ребра, ключицы. Хорошо. Второй видочек пошел. Делаем сурья намаскар. Вытянулись, вдох, поклон благодарности солнцу, вверх, пятки вместе, носочки врозь, открылись, вытянулись вверх, легкий прогиб, по бедрам уходим вниз, выдохаем. Левая нога осталась впереди, правая шаг, посмотрели вперед, вытянулись. Отшагиваем собака мордой вниз. С коленочек проходим над ковриком. Вытягиваемся, собака мордой вверх. Подбрасываем таз. Снова волной выходим в собаку. И еще два раза. Вдох. Выдох. Еще один раз. Вдох. На утро или просто ладонь смотрит вверх. Вытягиваем ладонь из пятки. Дыхание свободное, спокойное. Хорошо, хорошо. Сейчас мы с вами открываем и разминаем дыхательную мускулатуру. Отлично. Возвращаемся. Собака мордой вниз. Левая нога шаг, на начало коврика вытянулись, подшагиваем наклон. И открываемся, поднимаемся вверх, вдох. Намасте, вдох. Опять одна рука на живот, другая на грудину. Дышим, лунное дыхание, начинаем от груди. Наполняем грудь, ребра, живот, выдох, грудь. Еще один цикл дыхания. И кумхака на вдохе. Вдох от груди. Подобрали замки. Задержка дыхания. И выдох будет также сверху. Утанасана, просто наклон, выдох. Правая нога впереди, левая шаг. Вдох, посмотрели вперед. Вошли в собаку мордой вниз, выдох. Волна сверху, такой хлыст. Оп. Волна в таз, выдох. Вторая волна. Оп.
немножко здесь задержались, вытянули линию лобок, третий глаз. И снова дохнули таз, снова выдохнули. Хорошо. Вошли в планку. Правая рука по центру, ноги чуть шире. Встаем правый боковой рост. Молодцы. Меняем руку. Левый боковой рост. Отлично. Собака может вниз. Правая нога шаг. Ставим ногу на внешнюю часть. На тыльную часть стопы. Чуть-чуть. Открываем таз в сторону. Молодцы. Движем промежность. Сейчас мы хвостами очень хорошо прокачиваем. Муладхару, корневую чакру. Да, завернулись вовнутрь. Пятка вверх. Носочек вверх, нога на пятке. Носочек вверх, нога на пятке. Хорошо протягивается. Бедро кидайте, под коленное сложение. Молодцы, разворачиваемся с точностью до наоборот. Правая рука на колено. Колено, бедро в воздухе. Сейчас вы очень хорошо ощущаете, как сейчас хорошо работа идет в правой ягодице и правом бедре. Отлично, молодцы. Входим в Ахачандрасану. Но здесь колено может быть жестко, поэтому можно так вот подвернуть коврик одним, ну, разу, чтобы помягче было. Поднимаемся и выходим по Архачандрасана. Вытянулись вверх. Провариваемся тазом вперед. Хорошо, ощутите переднюю поверхность бедра. Отлично, молодцы. Уходим. Подбородком тянемся голенью. Отлично, отлично. Еще проработали. Мы прочувствовали. Если сильно больно, можно чуть-чуть согнуть колено. Здесь важно, чтобы спина была не сутулая. Так, двигаемся дальше. Разворачиваемся. Сильные руки, сильная стопа. Обратите внимание, стопа параллельно короткому краю колена. То есть такое положение неверно. И мы ни в коем случае не заваливаем стопу. Вовнутрь тыльная сторона открывает колено. То есть вот буквально разворачиваете стопу наружу. Угу. Дальше двигаемся, встаем правый боковой мост. Отлично. Выходим. Левый боковой мост пошел. Отлично. Вытягиваем. Вытягиваем. Открываем левый бок. Хорошо. Закрываемся. Уже немножко назад. Весы. Взгляд между ладоней зафиксировали. Левая рука пошла вдоль уха. Вдоль виска растянуть себя. Баланс. И немножко здесь подкачаем. 10, 9, 8. Сильные мышцы. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще чуть-чуть задержались. Почувствуйте, как жар пошел по телу, особенно в голове. Ставим пальцы ног в пол. Отлично. И уходим. Такой скорпиончик. Носочек тянется к затылку. Еще больше. Молодцы. Выходим. Собака мордой вверх. Разгрузили поясницу, колени на полу, лопаточки вниз.
Теперь убрали колени с пола, ягодицы сильные. Молодцы. Ходим собака мордой вниз. Вот это вот уже такое релаксационное состояние. Подышали в пространство живота, низа живота. Молодцы. Немножечко активировали правую сторону. Пружина. Мягкий высокий прыжок на начало коврика. Наклон по ногам. Здесь утвердительные и отрицательные кивки головы, чтобы расслабить шею. Молодцы. И поднимаемся вверх. Коленочками себя выбрасываем. Вдох, вытянулись. Намасте, выдох. Отлично. Правая рука на груди. Мы начинаем дышать солнечное дыхание. Вдох снизу. А выдох сверху. Лунное. То есть мы сейчас смешиваем правое пан. Вдох солнечное. Выдох лунное. Ухо на вдохе, закрыли замки. Подтянули мышцы промежности, словно вы застегиваете джинсы, которые вам маловаты, и слегка опустили подбородок вниз и затылком потянулись назад. Хорошо. Выдох от живота. Молодцы. Делаем следующую точку. Вдох. Уходим вниз. Выдох. Левая нога впереди. Шаг. Смотрели вперед. Вдох. Сюда. Вниз. Выдох. Хлыстообразное движение. Позвонок за позвонком смелее. Выталкиваем себя вперед. Вдох. Переходим собаку мордой вверх. Лопатки раскрыли назад. Волна в таз, выдох, вторая, и вошли, выдох, третья волна, выдохнула, отлично, вошли в планочку, верхняя четвертая подандаса, или доска на четырех точках. Левую руку ставим по центру, входим. На самом деле здесь можно оставаться значительно дольше. Я даю средний вариант, рассчитанный на человека со средней физической подготовкой. Вы же можете находиться здесь столько, сколько вам необходимо. Меняем. Другую сторону. Очень хорошо, молодцы, возвращаемся, собака мордой вниз, шаг левый, и чуть-чуть уводим бедро в сторону, поставьте ногу на тыльную сторону и придавите вниз, но настолько, насколько тело пускает, то есть у всех все индивидуально, вы можете просто оставаться в этом же положении, и это тоже будет верно. Уходим внутрь, открываемся, дышим в область Муладхары чакры. Отлично, разворачиваемся с точностью до наоборот. Здесь удобно, когда ладони
Движем уже с станом. Крестец, лобок. То есть мы как бы чуть-чуть поднимаем энергию вверх. С каждого виточка будем идти выше, выше. И в конце концов дойдем до аджны. Молодцы, хорошо. Выходим. Колено в пол. И поднимаемся. Чакрасана или поза луны. Отстроили. В руках такой домик. Палец на палец, да, это большие зацепились. Ладошки врозь. Четыре пальца давят друг на друга. Это позволяет включить весь мышечно-фасциальный поезд. Вот, 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 вот. Еще поясницу бережем. Открываем грудину. Молодцы. Откатываемся назад. Здесь подбородок, если свободно касается более, только тогда можно уже лоб опустить. А если не касается, то пока еще рано. Очень хорошо, отлично. Продышите. Направляемся внимание, выдох в зону, где больше всего идет сопротивление. Постарайтесь найти вот этот баланс между расслаблением и вытяжением. То есть йога это не фитнес, где там нужно дальше, больше, длиннее, шире. Нет, здесь мы чувствуем свое тело, мы учимся принимать себя здесь и сейчас, в этот момент. И помогать прежде всего своему телу. Очень хорошо, молодцы. Разворачиваемся. Сильное положение. Вот здесь вот как раз можно включить все грудные мышцы. Прочувствуйте спину. Лопаточки вниз. То есть вот это вот зажатость это убрали. Оп. Растянули себя во все стороны. И очень хорошо держать знак «Окей». Это Дьяна Мудра. Правильная мудра, правильно подобранная мудра усиляет действие асаны, усиляет течение энергии, усиливает. Правая ладонь пошла в пол, вытягиваем левый бок. Отлично, молодцы, хорошо, хорошо, еще. Поднимаемся, вдох, открываем. То есть мы всю связочку закручиваем сейчас в левую сторону. Еще, молодцы. А у нас идет такая игра. Торможение, напряжение. Напряжение, торможение. Это и есть принцип хатха-йоги. Хорошо, уходим. Кошка, так же, как кто-то стол называет. Хорошо. Правая рука пошла вдоль виска. Активно растянули себя в разных направлениях, подбирали пупок и дышим в пространство пупка. Манипура активная, манипура третья чакра. Область пупка. И подкачиваем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще чуть-чуть задержались. Поставьте пальцы ног в пол и входим в скорпиончик. Пятка на затылок. Руки сильные, можно чуть-чуть приподняться в воздухе, это усилит действие. Еще больше. Молодцы. Коленочки в пол. Вытягиваемся. Собака вверх. И расталкиваем энергию по периферии. Почувствовали, какой жар пошел. Хорошо.
собака мордами. Ноги по-прежнему вместе. Ноги вместе – это идет накопление энергии. Ноги в сторону – это распределение энергии. Пока мы еще накапливаем. Хорошо. Пружиночка. И высокий мягкий прыжок на начало коврика. Утанасана. Кому сложно делать прыжок, можете просто делать шаг-шаг. Шаг-шаг. Шея расслаблена. Чуть-чуть замассируйте коленчик и выталкиваем себя вверх. Это для того, чтобы не напрягать поясницу. Берегите поясницу всегда. Намасте. И снова одна рука на живот. И сейчас мы дышим, смешивая опять лунное и солнечное дыхание. Мы начинаем с удала. Вдох сверху. Выдох снизу. Вдох сверху. Выдох снизу. Постарайтесь все три отдела легких задействовать. Еще раз. Задержка, комфорт на вдохе. Глаза не закрывайте. Отлично, выдох от живота. Еще раз комфорт, еще раз задержка. Молодцы. Вот после практик и продышек не должно быть учащенного сердцебиения. Если такое возникает, значит, что-то вы делаете не так. Итак, следующий вдох. Садимся. Уткатасана. Стул. Вдох. Средний стул. Выдох. Дышим в центр живота. Смотрите, колени не выходят за пальцем. То есть вот это неправильно. Тазом тянемся назад, ладошечки слегка наружу. Почувствуйте хорошо поясницу. Молодцы. Отлично. И делаем бакасану. Ладошечки. Посмотрите, чуть-чуть отшагните. Встаем на носочки, колени в подмышке и всем телом двигаемся вперед. Держим бакасану. Здесь можно внутри сагусочку поделать. По ощущениям. Если вы не делаете бакасану в полном варианте, пусть ноги остаются на полу. Сама форма уже будет вас к этому готовить. Отлично, молодцы. Выходим. Поднимаемся, вдох. Руки на поясницу. Выдохнули, прогиб. Работаем еще правый и левый канал. Вдох. Наклон, выдох. Правая нога впереди, шаг. Поднимается вирабхадрасана на один вдох. Чуть-чуть пониже сели, выдох. Отлично. Обе руки переводим вперед и прячем большой палец в кулак. Правая рука уходит назад. Формируем такой удар. Дышим. Кулак находится на уровне поясницы. Второй кулак на уровне плечевого сустава. Максимально растягиваем себя. Такая скруточка. Сейчас вы очень четко чувствуете свои лопатки. Отлично, молодцы. Уходим. Вниз. Парашутанасана. Согнутый треугольник.
Продавливаем плечом на бедро и голень. Отлично, отлично, отлично. Молодцы. Еще, еще, еще проработаем. Хорошо. Закрываемся. Одеваем плечо на колено. Обратите внимание, здесь живот выстрелен во внутренней поверхности бедра и формирует намасте напротив центра грудины. То есть не вот здесь вот у плечевого сустава, а по центру грудины взгляд вверх. И кто давно практикует, вы можете усилить здесь, сделать замок спины. Отлично, очень хорошо, молодцы. Возвращаемся, выпрямляем колено, наклон в треугольнике. Смотрите, теперь нога, которая впереди, чуть-чуть ее на себя, оп, потянули. И проверьте, что у вас не сжат правый бок, оба бока одной длины. Ставим ладонь рядом со стопой. Отлично. Вытягиваем. Левая рука пошла вдоль виска. Сейчас прочувствуйте линию. Левая ладонь, правая подошва. Очень-очень молодцы, хорошо. Выходим. Артха Чандрасана, поза полумесяца. Открываемся. Ну как, половинчатая. Чуть-чуть открылись. Отлично, отлично. Вообще одна из мощнейших асан, на мой взгляд. Очень хорошо пробивает каналы, прорабатывает. Молодцы. Ну и закончим здесь эту связочку. Ручки намасте, согните оба колена, живот положите на бедро. Такой, это один из вариантов третьего воина. Один из вариантов воин третий. Вираподрасана 3. Молодцы. Выходим, вдох. Отлично. Встаем правый знак коврика, правая рука вверх, левая сторона. Делаем надышечку. Животом. Удар. Шагаем влево, шаг, вдох. Задержали дыхание, глаза не закрывайте. Смотрим на пальцы рук. Отлично, выдохнули. Дыхание свободное, спокойное. Просто понаблюдайте. Вот даже сравните сейчас. Скажем, ощущения в правой ладони и в левой ладони. Как периферийные ощущения по всему телу. Хорошо. И двигаемся дальше, делаем такой же виточек с другой стороны. Вдох. Наклон, выдох. Левая нога впереди, шаг. Входим в вираподрасана 1. Проверьте, что каждая нога на своей лыжне или пятки на одной линии. Ни в коем случае пятки не пересекаются, чтобы не было перехлёста. Обе подвздошные, развернуты на короткий край коврика. Вытягиваемся вверх. Переводим руки вперед, прячем большой палец, это мудрость здоровья или йоговский кулачок.
Уводим левую руку назад, правую вперед. Садимся глубже. Скрут. Чувствуем лопатки. Хорошо, сейчас у нас анахата чем-то активируется. Еще. Молодцы. Выходим. Оп, вытянулись. Надавливаем плечом на колено. Вытягиваем кулак из пятки. Молодцы. И входим. Перебита паршива конасана или согнутый треугольник в скрутке. Здесь опять повторяюсь, можно сделать балансовый вариант, но для тех, кто к этому готов. Это не обязательно. Также, кому сложно держать баланс, вы можете это делать с колена. Вполне допустимо. Отлично, молодцы. Выходим. Наклон в треугольнике, паршивот у нас, чуть-чуть на себя ножку потянули. Отстроились. Подбородком тянемся к голени, если свободно получается, коснуться тогда лоб. Если нет, просто старайтесь держать спину ровной и оба бока одной длины. Для этого чуть-чуть правую подвздошную направьте вперед. Колени прямые, оба колена прямые. Молодцы. Правая рука пошла вдоль виска вверх. Отлично, молодцы. Входим в Артха Чинтарасана. Поза полумесяца. Вот смотрите, здесь отмерили ладонь. Раз, поставили свою ладонь. Ну, это как бы подсказка правильной геометрии тела. Вытянули ладонь вверх и открылись. Поймайте баланс и вывесили таз точно над пяткой. Прочувствуйте колено, подколенное сухожилие. Стопа. Молодцы. Закрываемся. И выходим. Еще один вариант. Вирабхадрасана 3. Сгибаем оба колена. Руки можно оставить на полу. Можно вывести на мосты. Можно не груди здесь спину. Чуть повыше подняли. Отлично. Поднимаемся. Вдох. И отходим на мосты. Прорабатываем левый канал. Продышечка. Дальше вправо, вдох и задержали дыхание. Выдохнули, молодцы. Дорабатываем переднюю заднюю середину линии. Садимся в верхний стульчик. Раз. Сядьте глубже. Надышечка. Вдох внизу.
Поднимаемся вдох, руки. Поясницу открыли. Глаза, задержка дыхания. Глаза не закрывайте. Хорошо, пошли по программе вниз, выдох. Полностью расслабились. Наклон, выдох, держим задержку дыхания, закрыли подбородок, выдохнули. И еще раз задержим, пухом. Молодцы. Опускаемся на коленочки, переходим к асане в положении сидя. Выталкиваем правую ножку вперед. Джаджашасана. Пяточку на бедро, колено в пол. Если сложно этот вариант, то тогда нога на полу. Уходим. Наклон. Отлично. Открываемся. Локоть вовнутрь, берем супинация рука. Выгнули вниз по мышечке. Хорошо, открываемся. Поднимаем ножку вверх. Здесь можно еще поработать. Согнули, выпрямили. Согнули, выпрямили. Отлично. Позвоночника после наклонов. Хорошо. Уводим ножку назад. Таоский коврик. Смотрите, колено на внешний, да, длинный край коврика, пятка на область лишника приходит. Утягиваемся назад. Ложимся. Тянулись вперед. Здесь можно выйти. Хорошо. Кирилл ножку. И повторяем всю схему с другой ноги. Шишасана.
Парилита, Джанша Шасана. Здесь постарайтесь выпрямить из подмышки и прижаться спиной к стене сзади, локоть на полу, в руке супинация. Очень хорошо. Возвращаемся. Ну вот я сейчас держу руки скрещены. Можно так держать, можно просто. Обычный вариант. То есть как вам комфортно, можно здесь держать. Но насколько тело пускает, так и идем. Можно еще поработать, согнули, выпрямили. Согнули, выпрямили. Это дает отток венозной крови. Молодцы. Пуруттанасана. Сложный вариант. Таз больше, ноги наверх. Отлично. И входим в даосский кобра. Постарайтесь бедро посадить на пол. Если это не получается, скажем, в таком положении, не критично. Вот это положение можно минуту держать смело. В одну и в другую сторону, вот именно вот это, по минуте можно держать. Хорошо. Ложимся на живот. Отстраиваем. Буджангасана, кобра. Такой треугольничек перед собой сделали. Вытянулись. Стопы вместе. Пятка давит на пятку. У кобры один хвост. Это важно. Руки перед собой. Вытягиваем линию лобок. Третий глаз. Дышим. Хорошо, выдохнули. Правая воля. Открываем. И вытянулись. Отлично, хорошо. Смещаемся на правый край коврика. Правое колено вверх. Входим в скруточку. Рука по цепи. Оп. Хорошо продышали. Колено не обязательно, чтобы касалось пола. Взгляд на ладонь. Молодцы. Возвращаемся обратно. Снова возвращаемся на центр коврика, опять проходим положение кобры. Сначала отстроить поясницу. Лопатки вниз. Вытянули шею, стопы вместе, пятка давит на пятку, ягодицы сильные. И вытягиваемся на выдохе. Смотрим. Третий глаз. Поднимаем энергию. Помните, я вам вначале говорила, что мы постепенно доберемся до аджны. Очень хорошо. Молодцы. На вдохе выходим. Берем себя за левую грудь.
И вот здесь просто колено открываете, тело само будет подниматься. И помогаем. Профилактика опущения почек. Очень хорошая стимуляция работы надпочечников, а это наши эмоции. Это в том числе наши суставы. Это нормализация кортизола, уровня гормона стресса. Отлично. Ногами. И сместитесь на бедра и коврик, потому что вы потом очутиться на коврике. Вытянулась и по циркулю рука пошла вверх, в сторону. Очень хорошо, молодцы. Возвращаемся. И сделаем нейтральное положение. Протянем сейчас переднюю середину через лук. Дхануразана. Берем себя за ноги. Поднимаемся. Вдох. Дышим. Восемь циклов дыхания. Здесь открывайте колени, и тело само будет вас вытаскивать. Отлично. И входим в лунный заяц. Компенсация. Поднимаемся, садимся. Уведите все внимание вглубь себя. Прикройте глаза и просто понаблюдайте. Понаблюдайте за ощущениями в теле, в голове, в эмоциях. Проверьте, расслаблены ли мышцы лица, нижняя челюсть. Много ли гула или наоборот пустоты в голове. Хорошо, молодцы. И пора заканчивать. У нас остались перевернутые положения. Кто владеет ширшасаной стойкой на голове, сразу входите в стойку на голове и стойте столько, сколько вы уже можете это делать. Для остальных можно сделать одну любую перевернутую на выбор. Если сегодня месячные, критические дни, или вам по каким-то причинам не рекомендуется делать перевернутый асан, вы просто можете сделать бадхаканасану, бабочку, лечь, полежать. Я сейчас покажу все три варианта. Ширшасана. Помним, что мы стоим на предплечьях, не на голове. И вот так вот. Минимум 25 циклов дыхания нужно держать, перевернутый асан, потому что после 30 секунды включается в работу парасимпатическая система, система торможения, включается как бы привыкание, перестройка. Сонастройка органов и систем. Хорошо, молодцы. Если не поднимаетесь, несколько секунд полежите. Вот 30 секунд нужно полежать на восстановление. Так, мы двигаемся дальше. Следующая. Салама Сарванасана, свеча. Здесь, внимание, руки на лопатках. Таз на себя, стопы за ось.
березка в школе называлась. Кто давно практикует, вы можете вытянуть руки за ног за спиной. Не обязательно, по ощущениям. И опять здесь стоим 25 циклов дыхания. Следующая асана. Плуг. Пальцы ног ставим за голову в пол. Здесь осторожность, у кого больная поясница. Не рекомендую вам делать это. Оставайтесь в свече, этого достаточно. Чуть-чуть подойдите ногами к голове, буквально на спичечный коробок. И увеличьте расстояние между лицом и бедрами. То есть коленочек там будете вверх. Руки в замок, за спиной отшагните плечами от ушей. 25 циклов дыхания. Так, ну а мы двигаемся дальше. Мягко раскручиваемся. Смотрите, очень важно на выходе, чтобы затылок не оторвался от коврика, не спеша. Медленно-медленно, позвонок за позвонком. Выходим и встаем. Матхи-асана. Локти как можно ближе друг к другу, руки под ягодицы. Это базовый вариант матхи-асаны. Матхя – рыба. Матхи-асана. Хорошо, молодцы. Держим половину времени от времени, проведенного в перевернутых асанах. То есть, если вы минуту держали шишасану, или минуту держали березку, ну, свеча или плуг, то полминуты держим матхи-асану. Арх. Молодцы. Взяли себя, так, возвращаясь на публик, взяли себя за затылок. Тянулись вперед, прижали прям подбородок и медленно-медленно вот с усилием выстелили. Хорошо. Руки, ноги широко. И входим в шавасану. Самая полезная, самая приятная часть всей практики, потому что именно с шавасаны начинается освоение ее. Как только вы научитесь переключаться с активности на торможение, сразу у вас все получится. Представьте, что вы трава на газоне. Почувствуйте всей поверхностью спины, рук, ног, сзади, коврик и утяжелитесь. Тяжелые руки, тяжелые ноги, голова, спина, затылок. Приятная теплая тяжесть наполняет все тело. Приятная теплая тяжесть растекается волнами по всему телу. И сейчас дайте команду своим мышцам. Мысленно проговариваем про себя. Мои мышцы расслаблены. Все мышцы моего тела расслаблены. Расслаблены ноги. Расслаблены руки. Расслаблен живот. Спина,
поясница. Расслаблено все тело. Развивать в себе это чувство невесомости, такое парение, словно туман поднимается над газоном, и вы есть вот этот вот туман, начинаем парить, ощущение парения. Thank you.
Молодцы. И пора возвращаться в тело. Пошевелите пальцами рук, ног. Сладенько потянитесь. Потрите ладошки. Если сейчас утро, то вы поворачиваетесь на левый бок. Если уже время после 6 вечера, то на правый бок. Прижали колени к груди, повернулись на бок, ладони на глаза. Открыли глаза в темноту, проморгали. Хорошо. Делаем омывающее движение. Поднимаемся, садимся на завершение практики. Как вы себя чувствуете? Если есть лотос, конечно же, лотос. У девочек левая нога сверху, у мальчиков правая. Это обусловлено каналами энергии, солнечным волнам. Сейчас сформируйте вот такой вот бутончик. Положите его на анахата чакру, закройте глаза. Мысленно визуализируйте образы своих родных, близких. Начиная от мама, папа, муж, жена, дети, внуки, правнуки и дальше всех, кого вы любите. Пожелайте им счастья, благополучия, радости, здоровья, всех благ. И поднимаю руки вверх, вдох. Спасибо за занятие, полное наше. Благодарю учителей и учителей, благодарю самого себя. И вместе со мной три раза тихонечко и бескорыстно пожелаем счастья всем живым существам. 3, 4. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И запускаем это во Вселенную. Благодарю вас за практику. Всего доброго. Встретимся на публике. С вами была Юлия Еремина. До скорых встреч.